Панчакалпатурубьяшча, Крипасиндубьяевача, Патитанам Паванебью, Вайшнавебью, Намо Намаха. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Прежде всего, мы бесчисленно дандават пранамы Шри Гуру Деву, Ти Лила Правиштам, Ум Вишну Пада, 130 Шимад Бхактивиданти Нарайани Госвами Махараджу, всей Гуру Варгия, всем преданным, главе с Паджипат Махараджам, дандават пранамы. Так, сегодня день явления Шри Гададхара Пандита. Большой праздник. Махарадж вечером будет говорить о нем. И мы утром тоже помянем его. Но утром будет, как обычно, лекция по Бхаджана Рахаси. Итак, что туда идти поговорить там. Итак, Гададхара. Очень-очень важный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, точнее говоря, основной его спутник. Вы помните этот стих? Кришна варнам твиша кришнам, санга пангастра паршадам, ягьяй санкиртана праяй, яджантихи сумедаса. Сумедаса означает разумные люди Кали-юги поклоняются Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел со своими ангами, упангами и паришадами. Две анги, две основных составляющих ствола древа Шри Чайтанья Махапрабху, когда раздваивается ствол, две больших ветви появляются. Это Нитьянанда и Адвайта. Это его составляющие. Первая составляющая Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому мы говорим Господь Шри Чайтанья Махапрабху, мы говорим Господь Нитьянанда Прабху, мы говорим Адвайта Прабху, это три Прабху. Вот. А потом два остальных члена Панчататва, это уже не Бхагават-татва, но об этом чуть позже. Вот. Ягей Санкиртана Праяй, Яджинтихи Сумеда Сагам, Санга Пангастра Паршадам, он пришел со своими ангами. Упанги. Упанги – это дополнительные ветви. Упа – значит дополнительные. То есть это Шривас Адигору Бхактавар. Это Шривас и остальные преданные. Шривас – это воплощение Нарады. Помните? Вчера мы пели Нарад Муни Баджаявина. Вот. И Санга Упанга. И Парикары, Паришады. Паршадам. Паришады – это очень-очень сокровенные спутники. Самые сокровенные спутники. То есть, смотрите, если Нитьянанда и Адвайта, это как две составляющих, первых составляющих древа Шри Чайтанья, Бхагават-татва. То есть, сами Баларам, соответственно, и Махавишну, или Садашива, это все Бхагават-татва. Но затем идет категория паришадов. Паришады – это самые сокровенные спутники. Их всегда упоминается 3,5. 3,5 кто? Были со Шри Чайтанья Махапрабху близко, очень близко, в Гамбире. В его сокровенной комнате, в которой он жил очень долгое время, в Джаганатхапуре. Сварупа Дамодара Рая Рамананда. Это паришада. Парикара. Паришада. Паришада. Сварупа Дамодара Лалита, Рая Рамананда Вишака. Потом еще Шики Махити и Мадави, брат и сестра. Почему не входит особый вопрос? Потому что, значит, Гаруда спросил, почему Гададхар туда не входит. Я не сказал о том, что Гададхар – это самый сокровенный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, на самом деле. Это корень всех самых сокровенных спутников. Корень. Одну секунду. Вот. И теперь вопрос, почему не входит. Значит, помимо него, еще Гурудев упоминает шестерых Госвами. Это самые сокровенные спутники. Шестеро Госвами. Особенно Рупа и Рагунат Дас. Рупа Санатана Рагунат Дас. Вот. Но Гададхар почему не входит? Потому что это сама Шримати Радика. Это сама Шримати Радика. Потому что Лалита и Вишака, они дают наставление Шри Чайтанья Махапрабху, то есть Кришне, который играет роль Шримати Радики. В особенности Рая Рамананда, Вишака, он дает наставление Шри Чайтанья Махапрабху. Но Гададхара,
Он тоже дает наставления, но Гададхара никогда не бывает в Джаганатхапуре, обратите внимание, рядом с Махапрабху постоянно, так близко, как Рай Рамананда Сварупа Дамодара. Почему? Потому что Гададхара – это сама Шримати Радхика. Она наблюдает за тем, как он играет ее роль, подобно режиссеру. А режиссер, когда идет спектакль или генеральная репетиция, он никогда не находится на сцене. Он всегда поодаль. Он сидит в зале, у него какая-то специальная будочка, он смотрит, как играет актер. Поэтому Шримати Радхика в виде Гададхары Пандита, она сидит в этой так называемой будочке в саду Тота Гупинат. Там у него Баджан Кутир. И он читает Шримад Бхагаватам, а Махапрабху приходит каждый день и слушает. О таинствах Радха Бхавы. Он слушает из уст самой Шримати Радхики. Что такое Радха Бхава? Вот кто такой Гададхар. Вот. И поэтому, несмотря на то, что он был в отдалении, все равно Махапрабху был очень близок ему. Очень-очень близок. С самого начала до самого конца его земного пути Шри Чайтанья Махапрабху был вместе с Гададхарой Пандитом. И вечером мы будем рассказывать лилы очень подробно и слушать от Махараджа. Но сейчас я хотел просто дать общий обзор этих лил. То есть Гададхара, он родился в том же году, что Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел в 1486, если брать по христианскому календарю, а ушел годом позже. Гададхара учился в той же школе, что Махапрабху, в той же санскритской толе Гангадаса Пандита. Он рос с ним по соседству. И иногда он играл в доме Джаганатхи Мишри, иногда в доме Гададхары. И когда Махапрабху еще играл роль зазнавшегося логика, Гададхара бросил ему вызов, и он спросил: «Объясни, что такое мукти?» Вот, Махапрабху, Махапрабху бросил ему вызов и сказал: «Объясни, что такое мукти?» И Гададхара начал объяснять, что атьянтика дукхи нивритти – это мукти. Атьянтика дукхи нивритти означает полная свобода от страдания – это мукти. Но Махапрабху, он пошел еще глубже. Вот этот эпизод был. Махарадж просто все будет рассказывать подробно. Затем, когда Махапрабху, еще будучи немаем, отправился в Гаю, чтобы совершить церемонию пинды за своего отца, шрадхи за своего отца, он встретил своего гурудева Ишвару Пурипада. И Гададхара тоже знал об этом. Потом Махапрабху пришел в Навадвип, уже совершенно измененный, он был бхавакой немаем. Гададхар тоже присутствовал при этом. Гададхар был свидетелем самых сокровенных игр Махапрабху, Санкиртана Лилы. Он был в доме Шриваса Пандита. Он был, когда Махапрабху принимал саньясу позже, он сопутствовал ему постоянно. И когда Махапрабху принял саньясу и отправился в Джаганатхапури, Гададхар пошел вместе с ним. Кстати, Гададхар был одним из тех, кто знал, что Махапрабху принимает саньясу. Поэтому они готовились к этому. Но затем Гададхар оставил дом и пошел вместе с Махапрабху. И он тоже зажил в Джаганатхапури. И он принял кшетра саньясу. Кшетра саньяса означает обет жить только в одном месте, не выходя никуда из святого места, где такой преданный находится. И вот Гададхар, он жил в Джаганатхапуре. И когда Махапрабху стремился во Вриндаван, Гададхар хотел пойти вместе с ним, но, дойдя до определенного места, Махапрабху больше не позволил ему идти вместе с тобой, с собой. И он сказал: «Ты кшетра саньяси, ты принял обет никуда не выходить из Джаганатхапури, поэтому оставайся». Но Гададхар сказал: «Пусть пропадут пропадом все мои обеты ради тебя. Я готов поступиться всеми своими обетами, я пойду вместе с тобой». Поэтому он был очень целеустремлен, но Махапрабху все равно остановил его. И Гададхар понял, что воля Махапрабху для него важнее, чем его обет. И он поэтому в конце пал без чувств, не в силах терпеть разлуку с Махапрабху. И затем в финальных лилах Махапрабху явил божество Тота Гопинат для Гададхары Пандита. Это очень особая история, мы будем рассказывать вечером. И помимо того, что он явил это божество, он еще вошел в него в конце. До сих пор мы можем получить этот даршан золотистого колена, которое осталось с тех пор, как Махапрабху вошел в божество.
И если прийти в храм Тота Гопинат в Джаганатхапуре рано утром, можно... Вообще-то, может, вопрос, а говорят, что не только этот случай, есть непостижимо, что где-то пять... Разных мест. Да, разных мест, как он ушел. То есть это не то, что это непостижимо, то есть не то, что это был Тота Гопинат. Наш Гурудев особо акцентировал Тота Гопинат. Ну, да, конечно. И если прийти туда рано утром, 5-5.30, после Мангаларати можно получить этот даршан. Гададхар не мог оставаться в этом мире после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому он стал как бы очень старым, сагбенным. Он просто иссохся в разлуке с Махапрабху. Он не мог больше оставаться. И в конце концов, Тота Гопинат стал единственным божеством Кришны, который присел ради своего, ради Радыки, на самом деле, ради Гададхар. Поэтому Гададхар уже не мог надевать гирлянду на божество. Поэтому Тота Гопинат присел для него. Спустя год после ухода Махапрабху Гададхара Пандит ушел, и он оставил служение божеству своему ученику Мамудхакуру. После этого служение божеству продолжилось. Столько замечательных лил связано с Гададхарой мы услышим сегодня. Также лила с Пундарикой Видьянитхи. Гададхар Прабху принял у него дикшу. Пундарика Видьянитхи — это воплощение Вришабану Махараджа. Махапрабху так любил Пундарику Видьянитхи, поэтому он кричал: «Мой отец Пундарик! Мой отец Пундарик!» Никто не мог понять, что он кричит, но затем все поняли, кто это такой, это великий преданный. Хотя он играл роль Вишаи, он играл роль просто того, кто наслаждается. На самом деле великий преданный. Гададхар сперва не узнал его, а затем, когда Мукунда привел его к Пундарике, тогда впоследствии Гададхар убедился, насколько он великий преданный. Все эти лилы мы будем слушать сегодня в течение дня. И мы постараемся понять величие Гададхара Пандита, его необычную роль, его великую роль в Гаура-лиле. Шри Гададхара Пандит Прабху ки джай. Махарадж будет говорить по баджана рахаси.